Впервые с Ицхаком Пентасевичем я познакомилась, когда мне на день рождения 4 года назад, наверное, подарили 2 его книги. Мне очень понравились, читаю много, мне понравились книги тем, что они очень структурированные, очень практичные, то есть на каждой, там текст, упражнения, и все это сдобрено анекдотом. Книга не похожа ни на что другое, читается очень легко. Мне очень понравилось. После этого я стала дарить моим знакомым на праздники всевозможные, тоже его книги. И всегда получала только позитивные фидбэки, всегда люди благодарили, спасибо за отличную книгу, очень практичную и очень, с очень классными советами. В прошлом году мне довелось побывать на тренинге Ицхака Пентасевича, это был тренинг для тренеров, плюс ораторское мастерство. Тот заряд, который я получила в Киеве на 5-дневном тренинге, мне хватило минимум на полгода. Ко мне люди просто подходили, спрашивали: «Ирина, что с тобой? Что тебя так мотивирует? Откуда у тебя столько энергии?» Я всем говорила, что это после тренинга Ицхака. С тех пор я его поклонница. Я считаю его из тренеров СНГ самым мотивационным, самым крутым. После тренинга которого вы действительно чувствуете, не только я, а все, кто были на том тренинге, то есть это бешеная энергетика, это бешеная мотивация, и ее хватает на достаточно долго. Да, кстати, очень действенно. После вот этого 5-дневного тренинга я провела у себя в компании тренинг Public Speaking, ораторское мастерство. Получила фидбэк, что это самый крутой тренинг, который был у нас в компании. У нас в компании видели разные тренинги. После этого каждый абсолютно может выходить перед своими коллегами, презентовать свои результаты, делать это очень уверенно и очень профессионально. Тренинг действительно крутой, я получила массу удовольствия и передала этот опыт своим коллегам, за что мне многие сказали спасибо. Ну, это зависит от каждого из нас. Если ты ходишь на тренинги только ради теории, то, наверное, не стоит. А если ходить на тренинги и обязательно применять, я всегда говорю, что если ты вынес с тренинга 1-2 инструмента, это уже очень круто, а если ты еще их внедришь, то ты просто чемпион. Поэтому на тренинги нужно ходить а. ради мотивации, б. ради инструментов, которые вы не только узнаете, а сможете и внедрить. Я с удовольствием посещаю все тренинги, которые есть в Кишиневе. Да, отправляю. Не все хотят, но отправляю. Я считаю, что тренинг, который проводит Ицхак, он не только для менеджеров высокого и среднего звена, он также и для сотрудников компании, поскольку я вас уверяю, что после этого тренинга не только вы будете заряжены, мотивированы и двигаться вперед, а также вся ваша команда, с которой вы придете на этот тренинг, все будут мотивированы двигаться вперед. И можете себе представить, какой колоссальный результат ждет вашу компанию, ваш департамент, когда вы все вместе, абсолютно заряжены, у вас общая цель, каждый из вас удвоится, то, что обещает Ицхак на своем тренинге, и вы вот с этой удвоенной энергией, с удвоенным потенциалом будете двигаться вперед. Уверена, каждого ждут супер результат. Приходите на тренинг Ицхака Пентасевича, я его обожаю.